Ну а всем привет, с вами снова я, Глебус Фаер, и сегодня мы нарисуем кастет. Так, понадобится нам для этого карандаш простой, если надо будет что-то замазать, замазка, стирка для карандаша, ну и маркер черный. Значит, это пока все отложим, возьмем карандаш. Значит, нам для того, чтобы начать, надо нарисовать три круга. Небольшие, но и не маленькие. Я рисую не на А4, я рисую на блокнотном листе. Ну, поменьше, наверное, на А5, аж А5, скорее всего, такое. Значит, нарисуем 4 примерно одинаковых круга. Вверху могут быть круги чуть меньше. Так, нарисовали. Дальше что у нас идет? Дальше мы рисуем вот как бы такую верхнюю вот эту обод кастета, которым бьют. Так, значит, делаем вот так, и ну и дальше так вот продолжаем делать. Здесь небольшая нужна, вот видите, кончик сделать, потом вниз, потом сюда. И вниз. Так, здесь вот вниз тоже дорисовываем. Значит, так, дальше рисуем вот такой вот полукруг. Значит, ну, можно чуть пошире его сделать. Вернее, не пошире, а поглубже. Делаем его вот таким, будет хорошо. Это для руки, чтобы рука могла влазить. Не только пальцы, вот это, но еще и вся рука. А, значит, сейчас делаем линию. Через нее такой бугорочек. И доводим до конца. Немного закругляем. Дальше мы доводим все вот эти вот части, ведем вниз, чуть-чуть вверх, и опять пошли вниз, теперь закругляем, здесь чуть вниз, потому что делаем нашу эту штуку сейчас, подожди. Вернее, ждать ничего не надо. У меня просто сейчас приложение вылетело. Я видео на паузу поставил. И рисуем дальше. О, так. О, значит, берем. Дальше проводим. О, здесь, видите, вот. Надо немного так. Теперь сюда. Доводим до начала кольца. Опять вверх. Только мы, опять-таки, не соблюдаем вот эту штуку. О, я рисую в первый раз, так что строго не судите. Я думаю, дальше у меня будет получаться лучше. Так, значит, теперь опять-таки повторяем это и заводим вот сюда. Кастет получился немного такой неровный. Тут неровность мы можем исправить эту вот так. Потому что, ну, неровный будет не особо так красиво. Все, теперь вполне ровненько он будет смотреться. Все, отлично. С этим этапом разобрались. Дальше нам надо все это дело обвести. Обводим маркером. У меня фломастер, можно маркером. Лучше, конечно, первым моментом маркером он будет получше. Я обожу фломастером, мне и фломастер хорошо. Дальше делаем, обводим. Потихонечку. Сначала обводим обод металлический.
А потом уже обведем дырочки для пальцев и дырку для руки. Потом надо обязательно будет, когда обведем, стереть карандаш, потому что где-то, если вдруг что-то неаккуратно, вот как у меня еще специально сделал вот здесь, чтобы если вдруг у вас тоже так будет, то ну, снять карандаш, да и некрасиво будет, потому что вылезать иногда будет карандаш. Так, обводим сейчас все кружки. Оп. Теперь эту штуку, ее, кстати, можно вот так закруглить немного, но не острые углы делать. Значит, дальше ведем, 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 ведем. Оп, закругляем. Эту штуку обводим. Значит, дальше закончили. Так, дальше мы, как я и говорил, закрываем маркер. Берем стирку и просто проходимся стиркой по всему рисунку. Значит, не забывайте держать лист, потому что лист будет мяться, если это не держать его. Я так уже, когда раньше рисовал, несколько листов помял. Так, и здесь немного сейчас подправим. Толщина линии не совпадает, видите? Так. Значит, дальше мы берем и закрашиваем. Просто можно, кто хочет заштриховать, кому не нравится. Ну, кто хочет, кому больше нравится покрасивее, закрашиваем. Можно закрашивать вот так, ну, как я вот, например. Ну, мне так легче, я потом просто это все сотру. Значит, я думаю, закрашивать как я буду вам быть смотреть неинтересно. Продолжу я уже, когда полностью его закрашу. Так, вот я и закрасил уже. О, сейчас уберем фоник. Закрасил. Теперь можно взять стирку и постирать сначала вокруг, потом в дырках для пальцев и для руки. Стираем, стираем, все хорошо. Если где-то чуть-чуть подтерли на рисунке, не страшно, потом можно будет это все подправить. Я рисую так, мне удобнее. Кто хочет рисовать как-то, ну, более, ну, не вылезая из линии рисунка, то, блин, пожалуйста, тут неважно, как зарисуешь. Главное, чтобы было симметрия, и чтобы он был красиво зарисован. Так, сейчас мы тут докрасим. Кто хочет, может разрисовывать свои, может, скины там на кастеты делать. Кто как хочет. Тут это ж рисование, ё-моё. Все, только фантазия. Все, отлично. Сейчас все. Раз. Так, вроде все стерли. Так, сейчас здесь немножко докрасим. Докрасим, докрасим, докрасим. Все. Уже почти. Ну, все вроде бы на этом наш видеоролик подходит к концу. Не судите строго, я рисую, ну, в первый раз. И
Я думаю, кому-то это будет полезно, кто хочет вот нарисовать оружие какое-нибудь. Я думаю, продолжу, еще пару видео сделаю. Ну, ждите видео на следующей неделе. Ну, с вами был я, Глебус Фаер. Всем пока-пока-пока.